Друзья, всем привет! Сегодня я к вам с новым рецептом вариации оладьев из зеленой гречки и кокосовой стружки. Но в этот раз оладьи делаю на замоченной гречке. Этот вариант мне очень понравился. Все пропорции даю под видео. На ночь замачиваю гречку, утром промываю и откидываю на сито. Даю стечь в воде, погружаю гречку в блендер, добавляю воду, сироп топинамбура и соль. И тщательно все взбиваю до однородной текстуры. Беру жирную кокосовую стружку, очень важно именно жирную, 65%. Измельчаю ее до состояния муки. Добавляю измельченную кокосовую стружку к тесту из зеленой гречки. Сразу говорю, что готовая кокосовая мука не подойдет, потому что она, как правило, обезжирена. Хорошенько все перемешиваю, добавляю соду, гашу ее лимонным соком и все снова тщательно перемешиваю. Все, тесто готово. Жарю оладьи на сухой, предварительно разогретой сковороде. У меня сковорода с гранитным покрытием. Жарю, как классические оладьи, с двух сторон. Можно подавать как с зеленым салатом, так и со сладким дополнением. Полить шоколадом, к примеру, или сладким соусом. Обязательно пробуйте, уверена, вам понравится. Делитесь своими результатами под видео. И до новых встреч. Пока-пока.